Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль. У нас Toyota Corolla 2013 года выпуска. Автомобиль оснащен мотором 1,6 литра на автоматической коробке передач. Красивый внешний вид. Так, переместимся в салон, посмотрим состояние салона. Расскажу вам заодно про комплектацию. Машина на зимней резине, литые колеса. Здесь у нас с вами достойный, аккуратный салон. Переместимся вперед. Спереди у нас с вами тоже достойный салончик. Сиденье, карты дверей, панель, водительская дверь выглядит хорошо. Рассмотрим комплектацию. Итак, значит, комплектация у нас с вами имеется: мультируль, круиз-контроль, 4 стеклоподъемника, блокировка дверей, блокировка стеклоподъемников. Здесь располагается регулировка функции складных зеркал, автоматическая коробка передач, ручник тоже работает исправно, подогревы передних сидений, отопитель салона с кондиционером, магнитола на базе Android. При включении задней передачи у нас включается камера заднего вида. В комплекте будет один ключик с автозапуском Starline. Автомобиль заведен, ровно работает мотор, пробег на автомобиле 154 тысячи километров. Данный автомобиль находится в наличии в автосалонах столицы. Приезжайте к нам на осмотр, на тест-драйв, заведем, прокатимся, покажем, расскажем вам все про автомобиль. Если все устроит, машину сможете приобрести по системе трейдин, в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего настроения, всем доброго, до свидания.